Такс. Наверное, туда я не могу попасть, да, вон туда вот. Такс. Надо убежище добежать, лучше сначала сюда. Что за тупые вопросы? Он же знает суть системы. Надо же задавать вопросы. Понятно. What the fuck? Я просто подошел к дому! О май гад, серьезно? Что, блэд? Это такое? Алло, 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 алло. Вот это реально было неожиданно. Она не отпускает. Может обратно вернуться в дом? Окей. What the fuck? Ну там есть лут. Ладно, хрен с ним. What? Да. Что-то жестко, короче говоря. Ладно, окей. Погнали на зеленую точку. А то слишком много как-то у меня топоров уже встречалось. Это еще кто? Ёпта, я туда не пойду, ну нахер. Ну, видимо, у него правда какие-то земленные там офигенные сапоги. Так, сейчас патронов себе для дробовика сделаю. Что-то как-то кончается немножечко. Новый один из нас выглядит плохо, да. Неплохо, в смысле, да, 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 это оно и есть. А, вот только что проверил игру, у меня на системе все норм, идет на 1690, на средних опять 2500 и GTX 670. Ну, значит, моя система потрясающая. Ё-моё, вообще патронов не осталось. Где они? Куда потерялись-то, блин, я же делал. Понятно. Вот и нету патронов. Только что были. Ломаешь доски, а вдруг тут есть концов, который геймер это знал за полученные 69-й доски. Естественно, есть. Ты что? Здесь 50 миллионов концовок. О, патрон для дробовика, найс. А где он? Здесь? Митчелл и сыновья. Ну понятно, это внутри как бы.
Окей. Прикольно. А еще можно? Когда там появится бомбочка? Что-то должно произойти. Все. А еще разок можно? Да ладно, в первой части было веселее. Пошел вон. Ну, хоть патроны по рации. Ну, типа там сигналы рации. Есть от бывших сотрудников сюда отправленных. Всякий солдат. Он не отпустит меня, да? Ну я хз, я не знаю, куда попасть. Нужен ключ, наверное, какой-то. Забил. Что за херня происходит? Так, окей. Чё, по луту? Отлично. Рация, это Silent Hill. Кстати, да. Что за глаз вверху экрана? Масоны? Скайрим. I gotta get down there. Signal. James, where the fuck are you? Get your ass to the visitor center. You're never gonna believe. Visitor center it is. Понятно. Подвал, тут есть подвал. Окей. Ниже. Так, здесь может быть... А, вот этот подвал, да? Окей, может быть, здесь есть какие-нибудь патроны, ресурсы? Нет, окей. Не ту кнопку нажимаю. Ну, у игры есть русская озвучка, но я играю с английской. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четыре. Окей. Она такая, вау! Мужик! Что? Как она пригибается-то, а? Да ты охерела, что ли? Просто писос. Это какой-то идиотский враг, если честно, простите. Жесть какая, а! Пошло все нахер! Вот это что было? Просто вышел и убил. Вот этот кусок говна. Просто, точнее, вышла и убила. Ну, дебилизм. Выложу ли я эту игру на канал? Но если будет придерживаться примерно такой вот онлайн, то на Твиче, то да. Если у народа интерес будет. А чё FPS куда пропал? Почему только что было нормальный FPS, теперь не нормальный FPS? Что за говно? Что-то опять с игрой не так. Сейчас, подождите, я проверю еще разок видеокарту. Все ли нормально с ней? Сейчас я проверю.
Датчики. Окей. Блин, а температура ниже, чем была, когда я в ДБД играл. Все нормально. Я хз. Ну окей, хорошо. Ну это потрясающая игра, что могу сказать. Потрясающей оптимизацией. Драйвера криво стоят. Да нет. Охереть. Да ты пошла нахер! Дай хотя бы убежать, алло! Что за дебильные враги просто? Просто ей вообще насрать на все, смотрите. Похер просто ей! Что это такое? Вот это что? Кто этих врагов придумывал просто? Что за гений? Стрешню! А мне похер, я побегу тебя убивать просто. Охереть, охереть. Гениально. Какой просто человек это сделал? А? Ну, может, событие прогружается, да, поэтому лагает сейчас. Отлично. Ножа ей дроби в лицо. Да какой нож? Ты о чем? Она ей как бы насрать. Хорошо, давай нож. Сколько в тебя можно всадить, а? Просто посмотрите, я даже прицелиться не могу. Что это такое? Что это такое? Какой баран это делал просто? Ты убегаешь, чтобы прицелиться, и просто она тебе херачит. Дебилизм просто, молодцы. Кто? Что это за враг? Что это такое? А можно мне прицелиться хотя бы, нет? Про стелс-нож? Ты про это, что ли? Ну давай, хорошо. Стелс так стелс. Ну так... А если я не хочу стелсом проходить? Чё, мне отсосать, что ли? Гениальный дизайн. Гениальный. Все, что могу сказать. А если не хочу проходить? Ну вот я встретился с ней лицом к лицу, и чё, все мне сдыхать, что ли? Она не выходит, в том-то и дело. А у меня еще и FPS очень много просто. Вот вообще капец. Убегать? Куда убегать? Мне нужно внутрь бежать. Ну ок, гоу ей херанем в харю. Ну чё, будешь оборачиваться неожиданно так? О, надо вернуться назад, посмотреть, что же сзади. Нихера себе просто. Это все, что здесь было? You fucking serious? Я бы лучше это сделал, если честно. Ок. Это все, что здесь было? Понятно! Окей, хорошо, ладно, это дебильные враги, если сейчас какие-то. А, стоять. Так. А где проход вниз? А. Окей. А это опущу, пожалуй. Ну вот куда FPS делся? Вот я не верю просто. Вот что это такое? По-моему, эта игра еще оптимизирована. Вот я реально думаю, что эта игра оптимизирована говёная. Я не верю, что вот это может идти в 25. У меня сейчас 20 FPS. Алло. Игра, тут ты еще издеваешься, что ли? Это уже точно не мое железо. Я все проверил. Просто. Ну не может она лагать просто! Только что был здесь, было больше 30, теперь 20. Почему? Просто ответьте мне. Great optimization. Ну, просто я... Я шатал ID Tech 5 просто. Отличный движок, все игры на нем лагают. Dishonored 2, что там еще было? Зловизин. Первый.
Ладно, перезагружу на следующем автосейве игру. Что случилось? Зашел в локацию, меня убил монстр, как бы. Загружаю локацию, вместо 30 плюс FPS у меня 20. Окей. А как же думаю, а Doom на ID Tech 6 сделан? Жесть, что я сделал в своей жизни такого, что вот так вот все лагает? Просто Кармак, как ты мог сделать такой движок, просто молодец? Понятно, я даже не... Понятно, окей, хорошо. О, свернулся, развернулся, 33 FPS стало, окей. Ладно. А, вижу. Нихера себе. А чё, ложки, не можешь сюда прийти, да? Карточка системы безопасности включает коды доступа к закрытым локациям Мебиуса. Потрясающий искусственный интеллект. Так, что это такое? Брейд тоже летает, пока не свернешь его. Да я хз, я не сворачиваю в том-то дело. Я тут свернулся, развернулся, тогда заработал все нормально. Короче, забил я. А, запрос на зачистку от сотрудника Мебиуса 073. Маркировка в Юнионе Тед Сайсон касательно отчета об инциденте. Примерно 14.00, житель 0253. Маркировка в Юнионе Джонатан Стивенс вошел в закрытую зону Мебиуса и стал нежелательным свидетелем. Захват и перепрограммирование, к сожалению, осуществить было невозможно. Пришлось применить меры безопасности Z5. Требуется зачистка в автоматической Юниона. Хераси, что это? Гранаты? А. Взрывной болт. Взрывные болты задаются из гвоздей и пороха. То есть ему надо было узнать, из чего они создаются, да? Так, а что я подобрал-то, кстати? Так. Документы, документы, документы. Инвентарь. Включу предмет его. Карта системы безопасности Юнион включает карты доступа к закрытым локациям Мебиуса. Ага. Б-34. Так, 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 так. А, вот Б-34. Б-96-76. А, так нельзя, что ли? Понятно. Забавно. Боркуб! Пожалуйста, релакс! Пока я тебя не забанил, окей? Я не дурак, Боркуб. Боркуб, давай до следующего китайского, окей? Харон, ты здесь? Если что, выписывай Боркупу там. Что-нибудь. Как ты решил эту загадку? Ты сейчас серьезно, что ли? Б-34. Харон, если еще раз Боркуб подскажет раньше времени... На 10 минут. Потом еще на 10 минут. Потом еще на 10 минут. А потом на час можно. Так что, Боркуб, релакс! Релакс! Ты же знаешь, что я не люблю советы. Давно же на стримах. Окей. Так, вот что это такое? Сейчас проверим.
Так. Сейчас, подождите, я проверю сначала это дело. Так, у меня же сохранение только что было, да? Не надо мне говорить, что это такое. Я сейчас сам проверю. Что? Это растяжка, да? Надо, наверное, активировать тревогу, да, какую-нибудь там. Привет. Я понял. Окей. Так. И вот снова загружаешься заново, и FPS проседает. Почему-то. Окей, ну, сложно, когда 20 FPS что-то сделать. Они что, могут восстанавливать конечности себе? Или мне показалось? Не вставай. Вот что вдруг он херачит? Помнишь, когда все подсказывал, используя сильный хил, надо было банить. Еще тогда. Так, окей. Ну, видимо, что-то прогружается, потом... Ну, я как знаю, просто через какое-то время начинает нормально идти игра. Сворачивай, разворачивай игру, может, поможет. Хз. Nope. Просто надо подождать. Лол. В жопу иди. Вообще охерело. А зачем? Спрашивается, это мне делать? Ом, игру надо перезагрузить. Видимо, текстурки видеопамять дозагружается и не дозагружается. Неплохо. Так, латушки. 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 То есть, пытается загрузиться снова, но не выгружается из видеопамяти. В общем, видеопамяти не хватает, поэтому такая жопа. Да нет, я помню. Я даже помню, что ты из Владивостока. Ну, был когда-то, может быть, уже нет. А, то есть... А, да. Я подумал, что дверь можно открыть, вот эта стрелочка меня сбивает. Всегда. Ну? Почему в каждой игре есть косяк с оптимизацией? Да потому что у меня система говно. Так, сохранение, окей.
Выходим, заходим. Так, вышел, зашел. Зашел, вышел. Такс. Сложный FXA стоит. Нет, по-моему, там TAA и что-то еще какое-то стоит. И в отзывах, что есть нормальная система, жалуются на оптимизон. Но... Это может быть и дрова, как бы, тут накосячили. Новые. А что, постер старый? Ну, же не я же постер обновляю. А вы видите постер? Ну, что тут видно, кстати, иногда? Посмотрим, как будет Wolfenstein идти новый. Ты на минималках играешь, на средних, но в 720p. Если честно, Prey, да, который новый, он по масштабности, он примерно такой же, ну там, то есть там локация тоже такая же, да, то есть большая, как бы типа открытый мир, но там с прогрузками и так далее. И по идее, по графике то же самое. Но почему-то он у меня не лагает. На стриме не лагал. Ну, то есть там было всегда выше 30 FPS, никаких пролагов не было. Здесь просто жопа. Потому что там CryEngine сделаны нормальными людьми, прямыми руками. А это IDTech 5, на котором ни одна игра нормально не шла. Но почему-то... Ой, давайте сделаем игру на IDTech 5. О, это хорошая идея. Давайте сделаем. Типа дрова... Я не знаю, какие последние сегодня стоят. Не помню номер. Ну, наверное, если это последние, туда они... Что по поводу Shadow of War? Ничего, мне игру не дали. Я как бы и не хотел проходить. А, времени особо нет. Денег нет тоже. А, это вот здесь вот они. Понятно. Давайте посмотрим, что внутри. Плохая идея. Да, у них отращиваются конечности. Херасе, вы видели это? Просто почти трипл килл. Я считаю, что это было красиво. И здесь ничего не было, только не говорите, что здесь... О, найс. Херасе, то есть... Ну, я надеюсь, что это все сохранится как бы здесь. Нож пиратку? Сейчас стримеру еще, блин, стримить пиратки. Войны и прочее, она. Тени войны. Братан, ты куда спешишь? Алло, чувак, ты куда? Постой, погоди, все прощу. Погнали наверх. Там есть детальки для снайперской винтовки. Фак. О, дерьмо собака. О май гад. Новые игрушки бы все жду. Да никаких. Ну вот, за Визин 2 играю. Он знает, что у тебя дрон такой, ну нахер! Какие же здесь быстрые враги-то стали, а? Ну... Просто вы скажете, пистолет здесь нужен? Что это? Типа зло в открытом мире? Ну, типа да, типа открытый мир. Он такой открытый просто.
Понял. Короче говоря, в синий дымок лучше не заходить. Иначе будет бобочка. Так, Боркоп, я ведь правильно понял, да? Вот Боркоп, теперь я тебя спрашиваю. Вот этот синий дымок, в него лучше не заходить, да? Потому что там будет видение, типа, да? Прокачка рулит, может быть. Пистолета? Пистолета никогда не рулит. Пистолет всегда сакс. Это устройство для того, чтобы не убивать, а просто чтобы застрелиться. Ёб твою мать, что это? Я обойду это нахер. Чё, Боркоп ушел, что ли? Он что, обиделся? Взяли, обидели Боркопа. Вот плохие мы люди. Мы, да. Так, я вот это говно тоже обойду стороной, пожалуй. Так-то нихера себе. Жесть, здесь сколько всяких говнюков, посмотрите. Охереть. Борков, вот там вот, короче говоря, был синенький дымочек. В него лучше мне не заходить, я понял, да? В синенький дымочек. Какая же ты страшная ебака, а? Здорово, братюнь. Окей. Так, короче говоря, мне нужно увеличить максимальное количество деталей для снайперской винтовки. Отлично. Так. Из снайперской винтовки можете точно попадать в цель на большом расстоянии, благодаря ее мощному оптическому прицелу. Пригодится в тех случаях, когда вам не хочется морать руки. Что значит не хочется морать руки? Так. Кстати, как выбрать? Не надо, зачем? Не надо. Так. Мы сделаем вот так. Разблокирует улучшение второго уровня для огневой мощи, емкости по магазину. Чё? А почему пистолет нарисован? А почему пистолет? Алло! Что за тупость? Это баг? Ну хорошо, проверим. Отличный баг. Написано пистолет, на самом деле, блин, как так игру можно делать? Так. А, для снайперской винтовки, боже ты мой. Понятно. Тогда ей повысим запас. Емкость магазина, в смысле. Трачу никуда, короче говоря, предметы. Чтобы лут не оставлять позади. Так, а еще я могу сделать патронов себе. Хотя они так нужны.
прям все есть. Электроболт, наверное, надо сделать. Что у нас по... О, отлично. Взрывной болт. Наверное, патроном для пистолета сделаю. Чё я делаю просто? Так, чё ещё? Емкость, скорострельность, время перезарядки, так себе. Ну давайте улучшим огневую мощь. Так, сколько здесь будет видов оружия? Ну, так полагаю, 6. Раз здесь 6 отметок, да? Так, версок. Так, верстак. Не-не-не-не-не-не-не-не. И кайф в другой стороне. Ох ты, дерьмо собачье. Понятно. А, всю выносливость сожрали. Я понял. Ну, я пошел воевать, короче говоря. Нате в титьку. Нате вторую титьку. Эй, мудачина! Ты что, ты приварщица, что ли, из Death for Dead? Какой я четкий, да? Клевый парень. Полагаю, спину надо стрелять. Я вообще похер, что ли? Она так упала забавно. Да ну нахер. Понятно, зато узнал, что это такое. Просто снайпер от блока. Да блин, сложно прицелиться с таким FPS, когда они еще и дергаются. Поверь просто. Просто поверь. Что означает пульс у ГГ? Это... показывается то, что где-то рядышком есть что-то, какой-то сигнал. Potato aim. Отстаньте. Нормально все. Вообще отличный аим, между прочим. Я бы на ваш посмотрел с такой-то системой. У меня сложная игра, понимаете? Я на эксперте играю. Надо болт забрать. Вообще надо было вот это толкнуть и просто поджечь это все говно. Ух ты, а вот это вот можно? Вот это сюда можно пойти? Она всю стамину сразу сожрала, этого нихера себе. Братух, ты что, охерела, что ли? Да, естественно, болт забрать можно. Чё бы нет-то? Это, между прочим, самый лучший potato aim в мире. Он еще одна бродит. С мастером я даже не запустил бы первый визин. Что, совсем все плохо? Там уже можно извратиться так, что просто запустить его на минималках, ну, супер минималках. GTX 460, у меня GTX 770, который 4 года, это хуже, по-любому. Вот что мне делать с этим говном? Столько аптечек. Ладно. Надо запомнить, аптечка здесь, короче говоря, аптечка там. Аптечка тут так. А, то есть мне как раз туда. Но я хочу сходить в убежище. Тетрис в открытом мире. Тоже найс. Хорошая идея. Так.
О, господи, ты, боже мой, это тот труп, который... Это не тот труп, который я ищу. То есть меня слышат, но не видят, да? Понятно. Вот через эти кустики я не могу пройти? Могу, хрена себе. Понятно. Короче, вот я показал, что пульс значит. Не пульс, это волна, типа. Там мы проходили. Встал он, блин. На мамку свою так вставать будешь, понятно, ублюдок? Это очень-очень-очень убежищное убежище, судя по тому, что здесь чуваки вздыхают. Что-то пропустил за полчаса, ничего. Буквально ничего. Окей. Как он заходит быстренько, ну нахер. Так, а чё мне по ХП? Кхьёк. Больше похож там на какой-то мазутик, жижу черную. Типичную горячую воду. У нас дома. Я только не собрал патроны для дробовика. Почему зеркало каждый раз говорит «войди в меня»? Отчет вербовка. Касательно вербовка и МЮ-центры. Количество кандидатов, принятых через МЮ-центры, значительно превышает количество поступивших после медицинских тестов. Регистрация МЮ-центров как религиозных учреждений, облагаемых налогом, позволила увеличить доход, который мы направили на отладку дополнений и адаптацию новых кандидатов. Мистер Уоллес применяет нейролингвистическое программирование, получая более стабильных и пластичных кандидатов на внедрение в STEM, чем предыдущие. Рекруты МЮ-центров также готовы порвать с семьей, что облегчает задачу юридического отдела Мёбиуса. Больше никаких заявлений о пропавших родственниках. Рекомендую использовать процедуру рекрутинга через МЮ-центры в качестве стандартной для вербовки новых жителей города. Она чрезвычайно успешна. Где-то такое уже было. По Outlast'е. Почему игра говорит то, что кто-то меня слышит? Дымовой болт. Арбалетный болт выпускает облако дыма, сконцентрированное вокруг места попадания. Иногда скрытность — лучшее оружие. Сбежать или совершить скрытное убийство проще, когда враг вас не видит. Улучшая новые болты на верстаке, вы получаете возможность скрытно убивать врагов, попавших в зону действия дыма. Окей. Пойдут. Угу. Как игра? Симулятор помоечника. Если честно, игра реально выглядит как говно. Ну, это у тебя очень интересные вкусы. А нормальная игра? Играется и выглядит. Ага. Херася. О, фак. Надо все забрать и бежать отсюда нахер.
What the fuck? Что это-то? Это реально самое страшное, что было в игре на данный момент. Это реально самое страшное. Looks like it's locked by some sort of password. Так, видимо, мне нужно отсюда тоже свалить. Так, гасимся отсюда. Да блин, можно свалить уже отсюда? То есть не отмечено, да? Голос Себастьяна. Что это такое, алё? Можно уже отпустить меня? По-моему, что-то баганул и меня не отпускает теперь эта херня. Так, давайте-ка перезагрузимся. Где был последний сейв? Две минуты назад, в жопу. Это что-то бред какой-то. По-моему, что-то багануло. И меня просто не отпускает эта херня. Просто отлично, да? О, ребята, вы так старались над игрой. То есть, блядь, игра интереснее первой части или нет? ХЗ, вообще другая. Что, блядь, происходит, простите? Что за жесть? Почему меня выкидывают? Почему у меня здесь сохраняется? А, то есть теперь закрыто! Damn, it's that thing again. What the fuck? Чё? Так, давайте-ка сюда. А теперь дымки нет, но она здесь. Вот это просто космос! Вот это космос! Я ничего не буду делать, кроме протонов для дробовика. Ладушки. Жесть. Да не Лаура это кто-то другой, по-моему, или Лаура хз. Так, пойдемте лучше сюда. Сраная кошка. You still up, Kidman? No rest for the wicked. What's going on? I can't believe Lily is still alive. The fire. Lily wasn't killed in the fire. You know this now. Tell that to my brain. Tell that to the nightmares I've been having for years. Why did they take her? Out of all the little girls in the world, why mine? I can't answer that, Sebastian. Mobius took Lily long before I joined them.
I know you don't believe in coincidences, but maybe you see a pattern because you want to. You know that some crimes just happen. There's no real reason for it. Just the wrong person, at the wrong place, at the wrong time. No. I refuse to believe that. Regardless, the fire is a memory that you need to purge, Sebastian. It wasn't your fault that it happened. And you didn't lose Lily because of it. Try to remember that. О май гад. Вот почему 15 FPS? Что происходит сейчас с игрой? Просто... Это охеренно. Охеренная оптимизация. Что в той игре, что в этой игре. Там-то понятно, почему у меня лагало. Как бы из-за того, что у меня видях перегревалось. Но сейчас-то нет. Сейчас просто как бы игра говно. Соптимизировано плохо. You look like you could use some help, detective. Потому что я перезагрузился, блин. Don't you think it's time that you moved on to the task at hand? Тебе нормально здесь вообще сидеть? Хера, у меня геля, конечно. Не знаю, я прокачиваю скрытность у меня или нет. Дает шанс автоматически уклониться от атаки, которая привела бы к урону. Ну, давайте. Автоматически уклонение от вражеских атак с некоторой вероятностью успеха. От определенных атак нельзя уклониться с помощью рефлексов. Окей. Вот это не стоит прокачивать, потому что 20%, 30% херня. Скорость восстановления сил увеличивается. Ну, давайте прокачаем вот это вот. Так, вот это, в принципе, не нужно. Восемь тысяч как-то до хера. Так, бой. О, бой. Удражание прицела, это, конечно, да. Это... А где там было что-то там удар... А, вот. Давайте это прокачаем. Здесь заюзаем красный гель. А здесь заюзаем вот это вот. Здесь, по-моему, мне ничего не нужно. О, боже мой. Только что же было здесь порядка 40 FPS. Что нет? Я понял, это игру делали жопой снова. Ну, точнее, ПК-версия.